Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Я живу в Южной Корее уже более 5 лет. Этим летом будет 6. На своем канале я рассказываю о Южной Корее и о своей жизни здесь. Немного рассказываю о еде. Прежде чем я начну свой монолог, предлагаю вам подписаться на мой канал и поставить этому видео лайк, чтобы в дальнейшем не пропустить мои видео. Сегодня поговорим о том, что мне часто в комментариях пишут, то, что я не похожа на кореянку. Что я больше похожа на другие национальности, в основном пишут, что на казашку. Но мне это, ну, меня это не обижает, но просто меня удивляет тот факт, когда ты говоришь людям, что ты кореянка, они тебе дальше пишут, отвечают, ну, создается такой диалог, что нет, ты врешь, и так далее. Короче, у них какая-то стадия отрицания вечная. Я просто не понимаю таких людей. Почему бы вам просто не взять это, принять и, ну, и забить на это? И практически на каждом видео встречается подобный комментарий. Может быть, уже хватит. Где-то 3 года назад я сделала операцию на веки, блефаропластику на верхнее веко. И, возможно, да, сейчас я не совсем похожа на типичную кореянку, каких вы привыкли видеть по телевизору. На самом деле, они бывают очень разные, не всегда такие, какие вы видели в дорамах или в клипах, или они все похожи на Blackpink, к примеру. Вот. Или даже тогда, когда у меня не было второго века, вот этого, мне все равно писали то, что я не кореянка. Просто я не понимаю, как это возможно. Люди чему-нибудь да придерутся. Ну, я просто не знаю. У меня нет слов, я просто хотела записать это небольшое видео. Честно, я просто оставлю это здесь. Возможно, со стороны вам покажется, что меня это сильно задевает. Я ж целый видеоролик записала, как некоторые мне пишут. Но я уже вначале об этом сказала, уточнила, то, что меня не задевает тот факт, то, что люди меня путают с кем-либо, да? Это не, ну, это не страшно. Такое бывает. Сейчас разные национальности, их очень много, и они смешиваются между собой. Окей, это нормально. Я просто в шоке от людей, которые вот так делают. Меня, скорее всего, немножко беспокоит тот момент, когда вот раньше, в детстве, меня часто обзывали насчет того, что я там, ну, другой национальности, там, кореянка, да, а сейчас мне говорят, что я не кореянка, что ты, ну, ты вообще, там, не знаю, китаянка, ты японка, казашка, но ты не кореянка, ты не можешь быть кореянкой. А раньше, наоборот, меня за это, ты кореянка вообще, даже нет, ты корейка. Уходи отсюда. Короче, блин, вообще я не понимаю, в чем прикол. Вот так, ребята.